Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 909, алгебра Макарычева, 7 класс. Запишите в виде произведения выражение. Итак, x в кубе минус y в шестой степени. Перед нами разность кубов двух выражений. Y в шестой степени – это не что иное, как y в квадрате и в третьей степени. Необходимо применить свойство возведения степени в степень, то есть при умножении показатели степеней умножаются. Итак, x в кубе минус y в шестой, x минус y в квадрате, x в квадрате плюс xy в квадрате плюс y в четвертой. А в шестой плюс b в кубе будет равняться а в квадрате плюс b умножить на а в четвертой минус а квадрат b плюс b в квадрате. Мы умножаем всегда, если разность выражений, то на неполный квадрат суммы. Если сумма выражений, то на неполный квадрат разности. Знаки чередуют. М в девятой минус n в кубе будет равняться m в третьей степени минус n умножить на m в шестой плюс m в кубе n плюс n в квадрате. P в третьей степени плюс k в девятой степени. Это будет p плюс k в кубе умножить на p минус pk в третьей степени плюс k в шестой степени. А в шестой степени плюс b в девятой степени. А в квадрате плюс b в кубе умножить на а в четвертой минус а квадрат b в кубе плюс b в шестой. X в девятой минус y в девятой равняется x в третьей минус y в третьей умножить на x в шестой плюс x в кубе y в кубе плюс y в шестой.